Чел по факту говорил на стриме, что у него короткий будет. Это Джокер пишет. Ну, я сказал, что я хочу постримить до 8 до 9 вечера, бля. Сейчас 8 или 9 вечера? Или чё? Санёчек, вопрос. Да, Санёчек. Ну, Рогила здесь есть польский, но я ебал, я не выхуел. Так, а чё, на каком уровне сложности мы идем? Ты какой брал? Наверное. На я медиум. Я вроде средний, медиум, да. Брал, да, давай, медиум. Ну, третий, там третий, который, да? Ну да, вроде бы. Да, да. Подожди, на геймпаде МБ лучше играть? Неизвестно. Хз, типа, можно на геймпаде, можно на клавомыши. Тут как удобнее. Ну а что здесь? Здесь типа файтинги, а-ля как в Бэтмене? Ну, я думаю, да. Попробуй на геймпаде. Ага, у меня тут сразу сюжет, блядь, начался. Да, да, он сходу начинается. If you're watching this, так, I'm если dead. Вы смотрите это, я мертвец. Это Брюс Уэйн говорит. Нихуя. Переводчик, да, ну я чё постараюсь, смогу переводить, остальное буду у вас спрашивать. Ну, потому что рили тяжело. Нет у меня должного знания. We are done. You and I. Так, отлично, я и ты. Здорово, Ник, привет. Здорово, здорово. Чё это за котелькан, блять? С арбалетом, блядь. Так, ты типа обескуражен, ошибка. Ты типа потратил года, чтобы драться в этой войне, но зачем? You don't need that mask. Тебе не нужна эта маска. Я знаю, кто ты. Расагул. Нихуя не понял, но Бэтмен сказал. Типа, дефолтные трюки не спасут рыцаря Готэма. Не сейчас. Вроде бы. Так, город остается под моей защитой, говорит Бэтмен. Вызывает подсосов. Бля, сломал компьютер. Никто не придет помочь тебе. Я справлюсь с тобой самолично, говорит Бэтмен. Вот он подгорел там. Да не, просто без площадь опас. Другой эффект. Так-то не, он здоровый, ты чё, блять? Спину посмотри. Руки. Не, ну пока пиздатый ролик, типа. Я ничего против не имею, что геймплей на полчаса, а роликов на полтора. А зачем сражаться? Ты сгоришь слишком много. Было прикольный костюм.
Ебать, прикольно замутился. Бери щит, Бэтс. Короче, ты не сможешь. Ты даже боишься, что не сможешь победить меня. Я бессмертен. Или вечен. Бессмертен, наверное. Я не понял, что-то с честью там было связано. В честном бою типа сможет победить или что? Короче, он не боится и продолжает сохранять свою человечность, Бэтмен. А, он говорит про то, что дал ему навыки. Ага. Ну да, он же типа в школе теней Бэтс был у Раса аль Гула. В лиге. Бля, я бы за Ред Худа хотел поебашить, он же с пистолетами должен быть. You'll be dead before they get here. Ты умрешь, прежде чем они придут сюда. Типа, твоя прекрасная семья, я убью их одного за одним. И когда они сдадут свое последнее дыхание, я сожгу город дотла. Ты можешь получить шанс. Или получишь шанс. Готэм теперь их город. А, даже не будет шанса? А, ну ладно. Не, ну я думал, типа, будет шанс слекснуться с ними, а не со старым Бэтсом. Я им прям по месте все разнес. Ебал, Альфреда на сортире представили. Хотя Альфред уже тут, наверное, давно почил. Так, ну это, если вы смотрите это, я мертв. Это черный код. Это сообщение автоматически, типа, отправляется, если разрушается пещера. Как я понял. Типа, это принять будет нелегко, или... Но потом... Но и потом ничего не бывает легким. Я подготовился так, как мог.
I know you have too. Наверное, или не знаю. Ну, вы тоже, блядь. Извиняюсь, что дошло до этого. Короче, нельзя долго давать возможность думать Готэму, что Бэтмен ушел. Ну типа доверие к полицейским плюс-минус, потому что или городу после того, как Джим умер, что-то такое. Ну Джим Гордон, типа полиция уже не та. Some of the technology is outdated, but it has the gear you need and all of my files. Ну, короче, у вас есть снаряжение, вы красавчики. Вы сможете. Джим умер, но если Бэт старый, то Джим Гордон же тоже не молодой был. Many of you knew Bruce from Gotham's celebrity pages. Ну, вы знали Брюса как на знаменитостях, типа, как знаменитость. Миллионера, миллиардера. But he was more than a headline. He was my nephew. Я не знаю, что такое nephew. He was a friend. Он был другом, a mentor, наставником. And a benefactor to those of us gathered. Ну и нормальным парнем, короче. And to those of you who didn't know him as we did. I want to tell you this. Bruce was Gotham. Ну, типа, вы этого не знали, но я вам скажу, Брюс был Готэмом. Он любил этот город больше, чем мы любили его. Он защищал этот город. Он работал усердно за сценой, чтобы... Ну, работал над справедливостью и качеством в этом городе. And I think in remembering that. Ну, короче, он нормальным парнем был. Я думаю, это нужно помнить. Мы запомним Брюса, каким он был на самом деле. Да, ребята, не душите меня за перевод. Я же говорю, я, ну, типа, тяжело с инглишем. Так, ладно, вы, короче, нужны мне сейчас. Точнее, вы нужны городу, как был я. Вы новый щит Готэма. Я вас люблю, прощайте. Alfred. Как Альфред. What you'd expect. Took him 3 years to agree to a vacation, and Bruce turned up dead. Нихуя не понял. He asked for some time. He knows none of us were there either, right? Так, ну все, поплава пошла, много диалогов. You let Jacob Kane give the eulogy. He offered. He thought it'd be easier on us if he was the one to do it. He's Bruce's uncle. А, он дядя Брюса, вот этот Якоб, короче. Чёрту разговоры. Защита, типа, разговоры о защите, о работе за сценой. Если бы он знал. Саня, я за девочку. За девочку? Хорошо. Погоди, а ты уже прошел, что ли? Или вот ты сейчас только выбираешь персонажа, да? Нет, только выбираю. А, ну я тоже вот выбрал, я, блядь, не понял, просто чего они стоят, нахуй. Так, ну хорошо, я за Редхуда, наверное, буду. С Джейсона Тодда. You want to break into the GCPD headquarters for a what if? Be my guest. I decrypted the case Batman sent with his message.
We should focus on that. I looked it over, but did I get everything? It doesn't look complete. Так, I think Race interrupted him while he was writing. He says this has implications that could shake Gotham to its core. Ominous, but not exactly helpful. I saw a few places we should poke around. Construction sites, a quarry. He also mentioned a Dr. Langstrom. Anyone know him? Так, ну я вот тут все проебал, поэтому я буду у Арсюхи спрашивать, потому что я тут уже многого не понимаю, потому что быстро идет текст. Давайте приступим к работе. Мы должны познакомиться с Белфи и начать бежать вверх, двигаться, видимо, дальше. Так, кто хочет поговорить с Лэнгстромом? Че, он? А, ну все. Ага, вот. Брутальная сила. Сила дом, борец и мастер винтовок. Нормально. Сила дом, борец мне больше всего нравится. Так, ну все, ну я за Джейсона Тодда хочу быть. Сила дом, борец, блядь. Готэм Найс. Выглядит он круто. So this professor was Batman's last case. Kirk Langstrom. Так, Кирк Лэнгстром. Это. Блять, ну все тяжело, нахуй я уже плавлюсь, блять. Right, блять, может геймпад подрубить, реально? Так, ладно, я для начала хочу посмотреть настройки вообще. Графика. Висинг врубить. Потом кастом поле зрения. Рейтрейсинг выключен. Ну это я на медиум хай играю, блять, каком-то. Ну давай хай попробуем сделать. Есть хайест, но давайте хай как минимум. Upscale off, upscale quality, sharpening, dynamic resolution, это нам не надо. Maximum render resolution, наверное, 100 надо ставить, не? Ну ладно, FPS пускай 60 будет, то реально комп нахуй взорвется. Ну, у меня вроде бы норм, сейчас... Ну ладно, я реально подрублю геймпад. Так, какие кнопки? О, ебать, ну есть поддержка DualShock'а, тогда вообще охуенчикс. А, можно краситься. Окей, эту кнопку мы запомним. Бля, ну Red Hood здесь охуеть. Вы посмотрите на его трицепсы. Пиздец, блять. Так, мы имеем позитивные ID на этом чуваке, Лэнгстроме. Хорошо, я позвоню в морг и доставлю его, наверное. Языка нет, да нет русского, блять. Warner Brothers борется просто.
их борьба, так сказать, поэтому пускай борются. А мы тут посидим, позитивные идеи переводим. Дерьмо. Это я могу перевести. So our scientist got himself dead. Так, ученый мертв, где его офис? Лэнгстром умер? Держись. Я посмотрю на веб-сайте. Вот, он на третьем этаже в движении холл. Так, L1. Ага, грэппл есть. Так, L1, тут C. А, опять грэппл. Кто-то оставил дверь открытым на третьем этаже. Bodycam recording. Так, камера на теле, записывай. Бля, не могу разъебать автомат, очень жалко. О, я пистолет и достал. Опа. This is it. Вот оно. Not seeing much police work here. Видно, что полиция работала. А, не видно, что полиция работала здесь. Надо посмотреть. Так, удерживать. Ага. Ага, вижу. Okay, those marks. Так, эти показатели странные. Ну, типа, эти царапины странные. Not much on my end yet. Так, не знаю, когда это закончится. Нужно что-нибудь, большой парень. Я нашел это. Не нужно оставаться одному, если что-то не так. Звучит, будто ты мне не доверяешь. Он доверяет. Но давай закончим с этим. Да, да, я понял. Если найду что-нибудь, я дам тебе знать. Фонаричек бы нам какой-нибудь. Так, кто-то оставил это место в хуевом состоянии. Что это? Просто лампа перевернутая. Так, Лэнгстром умер здесь. Блять, что-то копы, видимо, спешили и решили уехать домой ночью. У него была жесткая работа, когда его атаковали. Он потерял много крови очень быстро. Он пытался убежать, но его прижали к стене. Ему не оставили шанса. Перед тем, как он умер, он пытался что-то достать в кабинете. Может быть, ну не в кабинете, а в этой штуке. Может быть, что-то важное. Опа. Механизмы. Так, 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 скрытая дверь. Вы полны сюрпризов, доктор Лэнгстром. Так, ну я в принципе... А, ну я могу почитать еще вот тут. Ну тут пиздец, ребята. С чтением я, блядь... Investigating Crime Sense. Типа ищите разные штуки, чтобы восстановить сцену преступления. Тыры-пыры, тыры-пыры. Хорошо. Может быть, я смогу ввести код? Не, я не знаю код. Микроволновка не выглядит нормальной. Ну, короче, микроволновка какая-то странная. Ой. Лэнгстром might have had a system to open his secret door from his tablet. Так, ну, короче, возможно, какая-то система с планшета открывает что-то. Так. That's not a Gotham area code. Это... Maybe this phone number isn't just a phone number. Короче, ну да, это типа какой-то телефонный номер просто. Is this just a movie he liked, or is the release date a clue? Это какой-то... Это дата выхода фильма, или... Ну, короче, вы поняли. Или какая-то завязка. Mm-hmm. Вот тут тоже есть. Лэнгстром circled two dates. Так, Лэнгстром выделил две даты. Может быть, тоже кодом. Ну, 2021, например. Оп. И Сольви, это попробовать. Нет. Ладно, ну я буду тыкать разные варианты просто. Оп. Нет. А, может, блять, вот это код от микроволновки, нахуй, я хуй знает. Оп. Нет.
Тогда вот этот код с этим совместить? Нет. Solve решить. А я могу несколько деталей, типа тык, тык? Не, не могу. Нет. Давайте думать дальше. Тогда... Давайте попробуем на планшет все их перетыкать. А, это я не могу, это я не могу. Это я не могу. Ага, так, давай этот тоже не могу. Пробуем этот. Нихуя. Да ёб твою мать. А что тут вообще решается? Нет. О, микроволновка. Так, отлично. Время найти, где вы что вы прятали, Лэнгстром. А что там было за сообщение? Ну-ка. А, типа подсказка с кодом? Так это же на шару было написано, мне кажется, не? Ну ладно. Не, я не вижу сообщения. У меня пишется, сообщение удалено. Я не вижу, когда модуль удаляет сообщение. Бля, чего у меня камеру перевернуло? Пиздарики. Ну, какие-то у него просто приборы здесь. Темно, фонарика не хватает, пипец. Что за хуйня здесь происходит? Ебать, крабов выращивает. Камчатских. Потом каких-то огромных креветок. Акулу. Это не может быть нормой в исследованиях университета. Ктулху какой-то. Еще один камчатский краб. Так, стол Лэнгстрома, может быть, что-то сможем найти там. Так. Да, Red Hood вообще мега кочка просто. Что это? Так, жесткий диск. Должно быть важным, если он держит его здесь. Так, я закончил здесь. Я думаю... Ну, короче, копы не смогут найти эту лабораторию, поэтому похуй. Так, я постараюсь это расшифровать. Увидимся. Я думал, это Дэдпул. Ну, что-то в этом есть на самом деле. Чел в красном костюме, жесткий убивец с двумя пистолетами. Что-то в этом есть. Так, а я же правильно помню, Red Hood это первый Робин. Это первый Робин, которого убил Джокер, который потом воскрес и стал Red Hood'ом. И стал типа супер жестоким челом. Вторым. А, первый Робин это Найтвинг, потом это второй Робин, которого убил Джокер, и он потом воскрес, стал этим. И еще есть другой новый Робин. Первый Найтвинг, да, все хорошо. Подзапутался маленько. Seriously. А третий его сын, все хорошо. Серьезно, меня никто не видел. Ага. Ебать, чел на антенны. Подожги его! Вперед! Фрики. Фрикозоиды чисто. Опа! Старичок. Так, мили-атак, хэви мили-атак и вейт. А как? Как стрелять нахуй? Ага, схватить. Ого! На нахуй. Так, и уродцы здесь разжигают огонь, конечно.
Так, с Бэтменом... Без Бэтмена люди стали более агрессивны, и поэтому все фрики начали появляться. Здорово, вы еще берут играть? Здорово, нет, это на двоих только. Да, здорово, Максон, сюжетка. Серьезно? На двоих. Серьезно? А на четверых? Да, там не, на четверых там только режим какой-то а-ля, ну, выживание, короче. Ебать, а сюжетка на двоих. Я помню, смотрел эту игруху, знает, когда я еще видел. Думал, она на четверых, блядь. Да, мы тоже так думали, думали, да. Ебать, во параша. Потом нашли, ну, инфу. Давайте тогда, да, удачки. Может, поиграем вечерком в Alice или в этот, Codenames? А, Мишаня уходит, но я... Ну, плюс-минус, типа, я же не знаю, до скольки мы будем играть в эту. Ну, прямо сколько, да. Время, удачной, да, игры, anyway. А, спасибо. Давай, спасибо. Так, идем хуярить фриков. I can't focus on torch in this place with all that racket! Turn off the damn fire alarm up there! Better take care of his buddies before they burn the whole damn place down. Так, короче, лучше, короче, уложить эти тела, чем они подожгут тут, прежде чем они подожгут тут все. Наверное, сказал он. Умрите, умрите. А есть, короче, есть громкий тейкдаун, а есть тихий тейкдаун. Хорошо. Хорошо и тихо. Придушили малышку. Бля, я могу выкинуть его вниз, нахуй? Я хочу его выкинуть. Сука. Ну ладно. Так, и что я могу сделать? Фрикс Броулер. 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 Fumes getting to you, buddy. This never gets old. Smashy, smashy, smash, smash, smash. Здесь чел реально, блять, какую-то кучу мусора ломает и радуется. Так, ну вот этого громко надо будет пиздярить. Жалко, в голову, блять, не стреляет. А, я в каждом здании должен уложить фрикозоидов. Так, и должно быть больше здесь. Ого. А, рейндж атака. Блять, да куда ты? Куда ты стреляешь, голова? Ны. Бля, ну пистолетики у нас так, конечно, по дымогу. Так, это здание прямо сейчас сгорит к чертям. Заложники. Нужно двигаться быстрее. Лучше двигаться быстрее. А что, теперь нету классической системы? Блин, ну боевка какая-то. А, это, короче, ближний бой. Это чисто атаки дальнего боя. Бля, ну что-то... Это, конечно, что-то странное. А, ну у меня хилка есть. А, или у меня пистолеты, типа, они как будто разряжаются, или что? Так эту игру другие челы делали. Эту игру делали челы, которые делали Arkham Origins. Вы невероятны, сказал чел. Там какой-то Тириан Ланнистер на фотке. Так, замрите, не двигайтесь. Ох, ебать. Такой Origins хуйня, но она... Она просто слабее остальных, но она неплохая игра. Сломан, говорит нам здоровяк.
Посмотрим, если... Посмотрим, короче, как ты сломаешься. Так, бегите отсюда. Так, ну что с тобой делать, голова? А, щит разбивается, найс. Так, а я могу его вот так вот ударить? Ебать. Ударить? Сбить щит? И вот так вот. Охуенно. Заебись, блядь. Блять, очень не хватает выделения цели. Чтоб не стрелять как дебил. Я таким толстым его делать. Так, какой статус? Я в порядке. Так, я, короче, нашел жесткий диск, чтобы мы сломали его вместе. Я сваливаю. Не, если можно прокачать рейндж оружие, заебись. Но если вот, вот оно вот такое, то это, конечно, какая-то хуйня. О, бэтсайкл. Раньше уже от персонажа зависит. Но у него пистолеты, блять. У него пистолеты. Какие сомнения могут быть вообще? Мне не дадут покататься. Типа тут будет автокатание. А, или дают. Они дают, блядь. Можно дрифтить даже. Дрифт L2. Так, нужно вернуться к Белфи. Так, мы тут, скоро увидимся. Рейндж атака. О, найс. Сир, Джек. Джек это выйти. L1. А вот тут это дрифт, понял. А, они типа на нас... Они на нас говнятся? А что значит Вилли? Понял. Понял. Так, мужички, кто куда, а я по съебам. А, это фрики. А чё они на нас-то говнятся, копперсы? Или после... А, я так понял, после ухода Джима, что Бетсу, что его семейки не особо лояльны. Чуть вертолет, блядь, не стесни. Блядь! Нормально.
Весь бюджет на первый ролик пришел, блядь. Не, начальный ролик охуенный. Тут я, да, ничего не скажу. Все истории ролики неплохие, как и история в целом. А жалко только, блять, понимать тяжело эти ролики и всю историю в целом. Так, отличная работа, говорят нам наши ребятки. Так, есть какие-нибудь идеи, кто его убил? Трудно сказать. Короче, мы можем обследовать тело, но... мы не можем ответить на вопросы, кто или что. Да, короче, круто, ребята. Вы очень рады, что я принес жесткий диск. Once we can get at the data, we can figure out what our next move is. Короче, сможем узнать, что там, сможем раскрыть дело. Я сваливаю. Я не хочу сидеть и ждать. Не хочу ждать это дерьмо. Мы подождем, Джейсон. Еще немного и мы пойдем. Ты чего? Отойди. Это типа не вставай на моем пути. Stop it! Остановитесь! Он хочет, чтобы мы работали вместе. Whatever. Плевать. Это может быть тяжелее, чем ты думаешь, пацан. I guess, since we're waiting anyway, we might as well take another look at what Bruce had on Langstrom. Короче, пока мы ждем, мы можем что-то понять отношение что, Брюса и Лэнстрома или их связь. Но оно не просто так отключилось. А, не потребуется идти переключать. Я немножко починил это, пока вас не было. Рада, что ты пришел, Альфред. Я всегда буду с вами, если понадоблюсь, мастер Ричард. Рад видеть тебя тут. Как и я, мастер Тим. Это место требует доработку. Дерьмо. Целая куча активностей по городу. Мило. Выглядит как то, что мой план победил. Постойте. Что значит Intel, блядь? Короче, у меня есть список того, что нужно. И я бы мог это купить, но было бы круто, если бы вы могли помочь. Ты можешь на нас положиться, Альфред. Давайте закончим, что начал Брюс. А, процессор? А, серьезно? Intel и переводится как процессор? Серьезно? Охуеть, блядь. Жестко. Плюс 2000 экспы. Е-бой. Можно с ней поговорить. Some seriously sketchy shit in that guy's lab. Find anything at the construction site? Короче, нашла что-нибудь. Totally нифига. Место зачищено. Видно, как будто кто-то опустил эту тему. Только жесткий диск, взлом жесткого диска даст ответы. Мы должны быть там, делать что-то. Найти того, кто виноват в смерти Лэнгстрома. Джейсон. Ну, короче, мы не можем рашить без нужной информации. Типа, не забывай, что мы семья, и не подвергай себе лишнему риску. Джейсон. Короче, что-то он говорит про Брюса, что не доверяет ему.
Короче, не ссы, он выбрал всех нас, все нормально. Конечно, он доверял тебе. И я тоже. А, Intel — это разведданные. Они утруднят тебе сделать с Арсением группу на Твиче, чтобы можно было с разных ракурсов смотреть. Так Эпик, 1000 лет назад придумали этот сайт на сайте банды еще для мультитрансляций. Вот. 1000 лет назад уже. Для кого Асмодей придумал, хуй знает. А, я могу качаться здесь, ё-моё. Так, Perfect Evade. Ага. Короче, атака... А, атака какая-то с пистолета. А это повышенный урон по челам с ХП 30 или ниже. О, вот криты, вот это все, вот это мне надо. Это мне надо. А, я не могу качать это? Сука. Ну ладно. А Movement Abilities есть еще. Блять, ладно. Так, Momentum Abilities, R2, Menu to View, Unlock Condition, Unlock Abilities. Ебать, шо нахуй? Так, вы разблокировали первую... А, типа... Когда он нокает чела, он перезаряжает пушку или чё? Ну вот, типа, холд R1. Блять, да ёб твою мать. Снаряжение. Во, о, да, можно, можно менять пушки потом, хорошо. Абилити, абилитис, ага, вот. Скролл, бэк. А, ну это ничего и не дает, блять. Похуй. Сайт Асмодея давным-давно умер, там не показывает то, что стримит. Максимум клипы можно смотреть и все. Только мультитрансляция же работает. Куда Асма вообще пропал? Да хрен его знает. Дела свои какие-то у него. Так, вот башня. Чё нам надо? Выйти... А, выйти с Белфи на патруль Готэма? Квест. А, или Белфри. А, Белфри это... А-а-а, блядь, Белфри это убежище, типа. А я думал, они так Bad Girl называют. Ёб твою мать. Так, Opportunity Crimes. Ты-ты-ты-ты-ты. Короче, преступление. Типа, я могу вот так вот смотреть и видеть, где преступление. Типа, вон там преступление. Вон там, вон там, вон там. Но мультиплеер до сих пор не работает. Так, ну плаща у этого чувака нету. Как двигаться-то на нем? Ладно, откроем карту. Batman Last Case. А, вот открыть бэткомпьютер. Так. Ну это я вот здесь, а квест где? А квест хуй знает где. Короче, мне, видимо, надо пару преступлений разэтывать. Развалить, чтобы что-то открылось, что-то появилось. Ну вот я могу вот этот выбрать? Типа, как вот его выбрать? Не могу. А, блядь. Жестко мужичок там лагает, блядь. В машину его сейчас забью. You think yourself tough?
Да, блядь, стреляй ты в них, ёб твою мать! Так, короче, бандюганы что-то дропают, и, видимо, это дропают они информацию для нас, в первую очередь. Ой, что за хуйня? Так, ну я же могу так же сверху напасть, блять, и уничтожить первого из них как минимум. Вот и все, нахуй. Бля, ну это не убивает их, сука! Чё за лупа, блядь? На, блядь. Хочу нормальные пистолеты. А не вот этот пиздец. Belfry here. Happy to report we're now fully operational. Before you head back, though. Let me guess. Так, дай угадаю. Блять, что он говорит? А, там, короче, биоключ у Лэнгстрома. Био, типа биокодировка. Это значит, что мне нужно его тело? Так и есть. Ночной Готэм должен быть тихим на станции. Расслабляйся, блядь. Первый университет, полицейский департамент, это все... Блядь, в пизду нахуй. Что-то там кит было, это все, что избегает ребенок, блядь, что-то... Ёб твою мать, блядь. Так, ладно, мне нужно GCPD Renzvos Point. Короче, мне, видимо, нужен полицейский участок. Инглишмен, блядь, да, ну а хули я могу поделать? Они дропают подсказки. Ну, а клюс? Тебе нужно пройти миссию 1-1 и потом 1-2, и тебе откроется мультиплеер. Но вот у меня сейчас 1-2, вроде бы, да? Изучаем английский с графоном. Да у вас не особо что-то получится, ребята. Смею вас расстроить. Так, ну вот полицейский участок. Допустим. Приду перед физикой, которая пошла нахер из этой игры. Ж, блять, игра про Бэтмена. Ну, точнее, про подсосов Бэтмена. Так, копы на тревоге. Это значит, что я... Нет, ну я не могу войти чисто в дверь. Мне надо аккуратненько зайти. Типа копы на взводе, и через дверь напрямую так просто не получится пройти. Вроде этого он имел в виду. Ну, я просто думал, ебать, а у него что, урона от падения нету, что ли? А, бонус дадут, если пройду незамеченным. А, окей, я принял. Хуя, он быстро меня чуть не за это, он не заметил. Я так понимаю, копов мне лучше не беспокоить. Или похуй, или я могу вырубать их. Здорово, Везен, здравствуй. Блядский рот, блядь. Я просто привык к Uncharted'у, что там на
этот, на треугольничек действия. Нет, так колбаса, у них же там супер жесткие крюки какие-то. Вейн так же летал, блять. Незамеченным прошел. Так не, я думаю, тут надо... Okay, I'm in. А, так, хорошо, я внутри. Где тут морг? Морг где-то там внизу. Постарайся быть тише. Там мужичок сидит. Как игра по первым ощущениям? Блять, топорная, просто пиздец. Честно, если сейчас пойти в Arkham Origins, ну это же те же типы делали. В Arkham Origins, блядь, будет гораздо как-то, ну, приятнее, что ли, само ощущение. Пока так топорно, и боевку... Типа, главная фишка Бэтмена — это, блядь, боевка. Что из боевки сделали, я вообще пока не понимаю. Ну, может, мне так просто кажется, пока я наношу такой уебищный урон, но вот эта вот около RPG-шность, блядь, которую любят прикручивать нахуй ненужным играм, типа Dying Light, блядь, Far Cry и так далее, нахуя это делать, я не понимаю, блядь. Чёртовы уроды! Это школа моей дочери! Говорит мистер Копперс. Бля, хоть бы Rocksteady тоже такой хуйнёй не занимались и сделали пиздатую Suicide Squad. Ну типа пока плюс-минус рано что-то говорить, но боёвочка жухлая. Боёвочка жухлая, боёвочка не бэтменская вообще. Ну, прям, чтобы так сильно лагало, ну, у меня пока не так сильно лагает. Ладно, что-то они там пиздят, я даже потерял нить разговора, поэтому мне вообще по барабану. Может, тут отсылки какие-то даже персонажей, диалогов, но я ничего не понимаю. Так, морг. Спуск в морг, спуск в морг. Где у вас тут? Это морг? Погоди, я сюда могу идти? Не могу. Так я ж в тюряшку, блядь, пришел какую-то. Блять, да сейчас же фрик этот будет орать, что я тут. Бля, мужики, ну я пытался, я думал сработает. Вперед скопов, пиздец, что поделаешь. Нихуя, что это я сделал и зачем? А зачем я это сделал? А ну-ка. Короче, ни за что отпиздил копов. Демки, спасибо большое за рейд, благодарю. Спасибо большое. Ну, я не убивал их, но так... Да, забейте, у него пульки резиновые. У него пульки резиновые. Если вы это еще по нашей стрельбе по фрикам не поняли, то... Вот вам инфа от меня. Жестко. Бэтменский этот... Бэтменский светильник. Is that the bat signal? Shit. I wondered where that went. В обучении писал, что копы агрессивны, но опыта и лута за них не дают. Ага, окей. Ну, тут, видимо, можно посмотреть всякие приколюхи. Так, да, ценности спижены женщиной-кошкой. Creepy. Потом лицо со шрамом. А, только ты же и есть броня Рас аль Гула. Криминальный костюм, он же в нем и был. Какой-то ящик, блядь, есть. О! Вау! О! У нас какая-то комонка и какая-то анкомонка выпала. О-хо-хо! Воу!
Здорово, Сиксония. Секьюрити камера. Так, короче, самое хуевое время, чтобы быть замеченным. Да я понял, уберите мне эту хуйню сбоку. Пожалуйста. Вон камеры, а камеру я не могу вырубить, да? Да блин, нон-стоп перфикс, оно было лучше сделано как минимум только потому, что я мог там что-то прочитать и понять. Вау! А тут я читаю, ну типа это. Сквозь знание своего языка, короче. Да в смысле, Саня, не РПГ, смотри, ебать, как там открыть ты эту хуету. Под компьютер. Во, смотри, снаряжение, урон, крит шанс, а? А? Снаряжение, различная броня. А, кстати, у меня должно быть что-то разблокировано. Я ж предзаказ делал. Крафт, а? Нихуя, Саня. А, вот это да, видел? Ебать. Ого! Ого! Кобра! А предзаказ ты делал на русском аке, так это же не решает, не? Да, Дарстмейл, мне кажется, русик на эту игру будет, блядь, через месяц минимум. Если вообще будет. А, это решает, да? Блядь, тогда ладно. Ну, я играю через свой аккаунт, но предзаказ у меня на украинском, значит. Я просто расшарил библиотеку и играю так. Блять, ну а как мне пройти через коперсов-то? Я ж даже отвлечь их не могу. Да иди в жопу, блять. You know, it was clearly an accident. These guys need to lay off the caffeine. Huh. Ебать, нихуя. What the heck? Да ебать! Майкл Джордан, вы видели, как он сиганул? А там можно было какие-то штуки забрать. А, хочу штуки. Опа, чек. Так, что-то про Робина, короче. А тут могу забраться? Я, сука, не дают. I guess even the dead need security. Так, короче, не думаю, что мертвому нужна защита. Короче, нужен ключ. А мне реально нужен ключ? Блять, мне нужен ключ со стола. И причем я могу пиздить, блять, офицеров. Охуеть. А то есть вот так вот ручкой не хочешь сделать, да? Так, достал. А, так ебать, я ж могу. Не, ладно, я не буду так делать, наверное. Игра не прошла бы цензуру, если бы ты не мог их пиздить. Тебе игра последних ассасинов не напоминает? Да пока не особо. Сейчас на меня выйдет мега-коп-поедатель пончиков.
супербосс с щитом. What the hell? Что за ад? Кто-то атаковал ученых. Аккуратнее. Если что, помни, ты не один. Да ладно, они же просто уснули, лол. Ну, типа. Still breathing. Еще дышит. Ну и все, живы. Но та непонятно, только дышит или нет. Дочь Рас аль Гула? Так. Талия аль Гуль здесь, короче. Аль Гулия, будь осторожен. Ты знаешь, что ты не можешь победить меня. Ну, ударить меня. Бит, сразить, типа. Так, разве тебе не сказали держаться подальше от Готэма? Мертвец не может меня остановить. Я здесь, чтобы закрыть грехи отца. И вынуть демона из него. Очистить демона из него. Короче, что-то про новую территорию. Так, подожди, почему он атаковал Брюса? Сучонка, блядь. Ниндзи. Так, ну мне же вообще другой мистер доктор нужен. Construction Simulator иди называлась. Так, ну, Рас аль Гулыча запекли. There's Langstrom. Так, где Лэнгстром? Точнее, то, что от него осталось. Так, ты должен найти... Ну, короче, генетический материал его нужен. Это он? Ебать, что я должен понять? Урин сэмпл. Так. Ну давай урину. Оп. Langstrom's file didn't say he had diabetes. So why did he have this equipment? А, я понял, короче, мне, видимо, нужно как-то сопоставить эти штуки. And a seafood allergy. У него была на морскую еду аллергия. А вот это что? Это кровь. Ну, кровь получается с сахарометром надо, наверное. Оп. Есть. So, he rigged a diabetes tester to store data and read his blood. Так, ну короче, эта штука может дать биоматериалы из крови. Все? Great. Отлично. The GCPD knows Talia's been here. Так, копы знают, что Талия здесь. Где мой следующий выход? Так, он идет. Ага. Он идет, блядь, хорошо. Ага, ну короче, у Бэтмена есть доступ к их системе, поэтому мы можем пробраться теперь по-тихому. Entrance is secure. Spread out. We'll find the code. Keep going. They gotta be here somewhere. Короче, ищут нас, ищут. Но мне же с копами не надо драться. Ну я бы не хотел с копами драться, нахуй мне с ними драться. Я ж просто могу проползти на мышу и все. Так же. Оп. Оп. Только мне теперь нужен тот нижний выход. Ебать, смотрите. Все, нахуй. Изи бризи, блядь. Так, спасибо, Белфи. Тут, короче, чисто. Это еще ничего. Типа, не волнуйся по поводу этого.
Так, у нас там уже ищут. Ну, я ж могу просто отсюда выйти и все. О, привет, мужички, это я. Так, у меня компания. Ой, блядь, ну Хопперса не зашел, сбил объективно. Так, ну, короче, этот худ говорит, что скоро вернется. Не, ну я могу вам с уверенностью сказать, что эта игра работает точно лучше, чем работал Arkham Knight на выходе. Потому что у Arkham Knight на выходе был просто пиздец вообще. Так, возвращаясь в Белфи, вы заканчиваете вечерний патруль. Вы можете путешествовать в Белфи физически или использовать быстрое, типа... Ебать, что? Fast Travel Point, блять, чтобы быстро туда добраться. Бля, ноль преступлений остановил. Ну, лох получается. All right. Хорошо. Okay, так, вот notes, это записки formulas, с лаборатории, формулы, records, показатели. Короче, человеческие эксперименты. Короче, он знал участников банд. Он делал эксперименты с криминалом, короче. Так, миссис Гордон. Это, короче, вот какая-то система вернулась в онлайн. Perfect timing, говорит Альфред. Заебись. Короче, эта штука сейчас пашет на нас. Вы мастер Брюс, только два человека. Ну, короче, кто вот смог совладать с этим дерьмом, видимо. Короче, инфа какая-то на жестком диске про них была. Her presence in Gotham is concerning. So is the fact that she tortured her old man's body. Она, короче, сожгла тело старика. А его ДНК — это жесткое оружие. А яма Лазаря его резает постоянно, как чертилу. Короче, нужно найти Талию и сказать про Бэтмена или чё? Короче, она прочекала Кунай Талии и смогла прочекать материалы. Так, мы должны идти на улицах. Миленько. Пора расколоть пару черепушек, нахуй, говорит наш Red Hood, Chili Peppers. Так, там какой-то апдейт на доске есть. О, найс. Так, она не может поверить, что Талия сделала с телом отца. Да похуй, правильно, что сожгли, что он опять в яме резнулся бы. Ты думаешь, это показатель милосердия? Но думает, наверное, да, это было милосердие. Так, а я могу прокачаться? Сука, не могу, блять. Ебай он шкаф вообще, реально, Red Hood, пиздец, шкафище. Такой чисто, блядь. Рестлер, нахуй. Не рестлер даже, американский футболист, блядь. Так, это, видимо, наша, ну, доска связей. Хорошо. И что я тут могу смотреть? Угу.
Так, и что мне надо? Вот талия. Рассальку. А, вот, лиц. You don't have lead on Dr. Langstrom. Короче, нету инфы о убийце Лэнгстрома, но... Типа, можно что-то узнать от его волонтеров. Мы должны найти их, короче. Так, уродцы захватили парк Робинсона. Это их территория. Ну и, короче, там можно находить криминальную информацию. А есть, короче, сничес, типа воришки. Снич, воришка же. Моб Клеймс, Звест, да. Короче, моб, какие-то мобы. Мобы, это тоже, видимо, какой-то клан. Это их территория. И там тоже можно собирать информацию. Короче, надо собрать информацию от фриков и от мобов. Крафтинг, во, блять. Так, крафтинг, сьютс. А это награды, видимо, это челленджи какие-то. О, скрафтить нужно новое мили-оружие с помощью... Крафтилки. Ну, давай, все, показывайте нам крафт мили. Погоди, блять, я крафчу пистолеты, и они как бы мили, но типа как бы и рейндж, а снич, стукач? А, хорошо. Не, это я понял, Эпик, что это так работает. Эквип. А, ну они? Ну, а хотя бы, блядь, разного цвета, ёб твою мать. Спасибо и на этом. А я могу рейндж штуку новую сделать? Вот почему я не могу сделать? Ну что, мультиплеер появился? Должен появиться. Нихуя я не могу сделать. Прокачка у нас не открылась, я так понимаю. Бля, вот эту штуку хочу открыть, чтобы урона больше наносить. Ты можешь костюм изменить, да? Вот L1. Кейс файлс. Гир. Сьют. Не могу, блядь. И сьют стайл не могу. Бля, вот Ерван охуенно выглядит. Вот это пиздатый скин. Такое себе. Вообще пиздец какой-то, блядь. Спаун нахуй. Ну вот это прикольный, кстати. Плюс-минус. Тоже интересный шиноби. Это вообще какой-то БДСМ, блядь. Костюм Бэтмена. А, ну и вот и Найтхуд. Тоже охуенный. Ну вот этот такой, не броский, но стильный. Так, complete interrogation training. А, кстати, надо прочитать новости. Блять. Там я геймпад зажал нахуй. Провод отошел. Да, я задание 1-2 закончил, но у меня вот эти, типа, обучения еще висят. Иногда я просыпаюсь посреди ночи, думая, что Брюс зовет меня на помощь. И тогда я вспоминаю.
I thought it might have been one of you calling just now. Так, я типа... worried. Ну, короче, у меня ощущение, что ты зовешь о помощи сейчас, и я волнуюсь. Habits, I suppose. Старые чувства, ну, типа, habits, без слова. You and Bruce probably did that every night when I thought I was out on my own. Didn't you? I can't be like him, Alfred. Я не могу быть как он, Альфред. Но я могу, типа, попробовать показать, что, типа, я важная часть этого, и я тебе в этом помогу, говорит Альфред. Готэм в хороших руках. А, привычки, точно, блядь, здорово, 13-й. Старые привычки. Найтхуд. Готэм Сити, Нидс, Нью Гардиан, Комплит Найтхуд, Челленджи, Стоунлок, Пауэрфул, Нью Бетис, БРБ. Хорошо. Ну и вот, и у меня все равно нужен тренинг. А вот мультиплеер все равно, видишь, не открылся. Мне вот эту хуйню надо доделать. Complete Integration Training вот этот мне нужен. Так, не, погоди. Ну вот, типа, мне нужен кейс и... А. Timed Strike Training. Но это же не то. Basic Training. Ебать, Миша, ты хорошо английский знаешь. Да, хороший сарказм. Спасибо, старина. Блять, что такое интер... Ну, типа, входящая, типа, вводная тренировка. Вводную тренировку закончить надо. Чекни, что можно изменить в костюме. Очень интересно. Блять, ты лонули байтишь меня или чё? Я просто понять не могу. Что-то, Миша, не открыл мультиплеер. Блять, Сеня, ты прошел тренировку, вот этот интеррогейшн тренинг? Да, да. Где это, блять? Справа там, где, короче, дети стоят. Винчуни, короче, понял? Ага, вот они стоят тут, и где это там? Заходишь, и там справа Advanced Training и... А, не, подожди. Basic Training и самое первое. А, у меня маркер горит, все, бля, я затупил. Вон, да мне просто надо было подойти на тренировочную штуку. Во, тренинг Корея, точно, ебать. Basic тренинг, видимо, мне нужен. Да, вот он. Ну все, сейчас я пройду ее по-быстрому, и я готов, получается. Давай, давай. А, это тренировка допроса. Here we can train the mind to prepare the body. Мы типа готовим, тренируем сознание и подготавливаем тело. Слушай звуки моего голоса и типа пытайся понять что-то. Locating informants. Так, scan criminals and locate the informant. Короче, можно подойти к ним по стелсу и заставить их говорить. Каратель, короче. Так, враги могут быть допрошены после того, как схвачены. Используйте стелс, чтобы схватить противника. Хорошо. Так. И допрос. Talk. Говори, now. Сейчас! Oh, cut barons, queersies! Here's what I got! Так, и вот, типа... И все. Короче, понятно. Панишер, блядь. Вы можете сказать противника. Who are unaware? Stunned and low health. А, ну короче, лучше допрашивать, которые застанены, низкое здоровье или... Я не знаю, что такое unaware. Видимо, подпижены. Короче, ладно. А, ну вот мне нужно понизить здоровье противника. Вот, вот сейчас его можно схватить и допрашивать. Spill it. Oh, all right, I give up. Here's what you wanna know. Thanks for the tip. А, которые не в курсе, не предупреждены, хорошо. Good. But don't get хорошо. Ну и все. You've come so far, Jason.
Так, you can play cooperative multiplayer with other players. Ага, 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 ага. Ага, ага, вот, я типа могу теперь... Блять, что? Кооператив, privacy, select ему... Чё, блять? Public invite players, friends only. Теперь... Invite players. Check your mail. Чё, блядь? Friends of friends. We'll figure it out. Of that, sir, I have no doubts. Короче, какие-то штуки, блядь, на разблокировал, но... Мультиплеер, короче. Quick match. А, social. Group. Mute. Friends. In-game friends. Steam friends. Блядь, и у меня Сеня не показывается, как в друзьях, да? Еще, сука, в рандомном, блядь, порядке, нахуй, без этого. Без внимания на первую букву. Вот, ой, блядь, какое же уебанство. Так, ладно, попробуем просто через ПКМ и вправду пригласить Сеню. А. Так, Сеня, я прошел. Я присоединяюсь к тебе, походу. А, ты типа join нажал как? Да, join через Steam. Я пытался тебя пригласить, блять, я не смог найти нахуй. Сейчас я выйду с этой хуйни. А, да по идее я шарик открыл сейчас. Не, у меня просто ты ингейм не отображался. Я не мог тебя пригласить ингейм. Invited friends. Или не, давай friends only поставлю. Ты коннектишься, типа, или нет? А, ну вот у меня просто, видимо, какая-то загрузка идет, или я не знаю что. Ой. Ну. Подожди, здесь нельзя приглашать. Здесь реально через Steam только. Это сюжетная игра про подсосов Бэтмена с дрочильней и крафтингом, но без доната и возможности пройти сюжет вдвоем. Ну да, да, Perk Style, по сути, так и есть. Но вот я типа нажал, блять, присоединиться к тебе, меня выбило в главное меню, и у меня бесконечная загрузка какая-то, видимо, блять. Я могу только выйти на рабочий стол, ладно, короче, я выйду на рабочий стол. Ну, перезайди. Просто. Я просто, да. Я, блядь, был тут в, типа, мини-игре какой-то, может быть, из-за этого. А, ну, возможно, кстати.